Друзья, всем привет! 23 июля. В общем, паровой участок оставленный был посеян. Посеяна была горчица. Но вот дожди, которые идут у нас уже вторую неделю, в общем-то, сорняк пошел и начал задавливать горчицу. Ну, то есть вот она, горчица. Она была сеяна вручную, не под сеялку. И просто вот она под фрезы была сделана. Ну, в общем-то, лебеда пошла. Лебеда начала ее задавливать. То есть после дождя. Поэтому в срочном порядке перепахиваю. Потому что вот еще и сыровато, конечно, пахать, но тем не менее приходится. Вот тут вчера утром пахал. Вот сейчас приехал спахать. Ну, получается клин. То есть там уже, тут шире. Потому что гора. И вот потом придется на угол ходить. Ну это ладно. Самое главное запахать. Потом фрезами пройдем, все выровняется.
друзья, закончил я там. Закончил здесь, переехал сюда. Вот. Здесь у меня уже середина была закончена, выкружена. Сейчас вот осталось вот этот клин выбить. Там небольшая загоночка, но там тоже надо это выбить ее. И тут клин останется. И останется вот там. Чеснок у меня еще не убран. Чеснок уберем. Ну, то есть он выкопан, сохнет. Будем этот клин выбивать. И останется еще вот там вот. Там тоже небольшая загоночка. Вот видите, трава пошла в рост. И как бы вот. Ну сколько тут? Я даже не знаю. С ладонь где-то. Ну, сантиметров 10, не больше. Это глубина. Естественно, оно не заваливает траву, потому что ну, травы много. И здесь-то вот она еще как бы притоптанная, разворачивалась, когда вот здесь пахал. Вот. Поэтому как бы так. Ну, сейчас это в основном лебеда пошла в этом году. Насота как-то мало. Вот здесь было сот. Здесь, ну, здесь много травы было, вот ее даже здесь не завалило. Вот отсюда, вот начиная и там до самого края травы просто был ковер. Вот ее не завалило. И все равно часть ее подсохнет. В любом случае потом фреза после этого. Как бы обработаем фрезой. Ну, это в августе уже, наверное. Не наверное, а точно. Так что ладно, работаем дальше.